одиночник в США. История фигурного катания до недавних времен, до недавних пор знала только американцев, канадцев, немножко европейцев. В основном, конечно, это вот были они из Америки. И вот сейчас там, по всем раскладам, получается главным Джонни Уэйр. Большое чудо, почему этот американский парень так проникся нами с вами. Безусловно, он какое-то время работал с Татьяной Тарасовой. Безусловно, он знает, что такое русское фигурное катание. Но почему Джонни приходит на тренировку в костюме Дениса Симачева с надписью «СССР»? Почему он катается под Юнону и Авось? Не знаю, это большая загадка, но Джонни наш человек, и публика отдает ему все, отдает всю свою любовь. Еще одни...